Привет, друзья. Ну вот, вроде бы как гроза закончилась. Все, хочу вам классное видео какое-нибудь снять, не получается. Сейчас посмотрим, может, у костра что-нибудь получится. Чего там, Леха? О, вспышки лупят до сих пор где-то в стороне уже от нас. Чё, костерок сейчас будет? Нормально. Печечку, то есть чайничек. Да, наша Надья ее не зальет никакой ливень. Так что, ребята, потом вам отдельный видеоролик сниму, покажу, как сделать так, чтобы никакой ливень не намочил ваш костер. Видите, жар. Вот, пожалуйста, после здорового проливного дождя все горит, все замечательно, без всякого бензина, без всякого, короче. Ты что там делаешь? Да думаю, раскалю, блядь. Это пора. Ох, как поймал, Леха. Вот это я поймал сейчас ее. Поймал, классно. Ребята, вы видели, да? Классно поймал ее. Вот, вот он, вот красота какая. Гремит. Сейчас она тебя поймает. Гремит, слышите, гремит. Ловлю еще, друзья, смотрите, внимательно. Ну давай. Ловим молнию тут на фотоаппарат, чтобы вам показать красоту всю. Вот она была, не туда повернул, елки зеленые, ну ладно. Понял? Леха, так вот надо снимать. Вот дошел грохот такой. Давай, пойди. Стороной прошла. Знаете, как в песне в той. А любовь, как сон, стороной прошла. Вот опять была. Вот такие вот у нас тут поездки. Пирожочки, да? Пирожочки, да? Поездки за монетами. Хотели клад найти, а попали под ливень. Такие вот дела. Вот такие облака. Время где-то 12 ночи. Кладоискатель Алексей взял печенюшечки какие-то. А, с машины те забрал. Кастрюлю нормально замачивать. Ну.
там сейчас ребята сверканет. Будете внимательно смотреть. Вот так вот сейчас отведу туда. Вот там где-то. Раз, два, три. Молния сверкни. Вот такие вот дела, видите. Сейчас пойдем к костру. Посмотрим. Вот и там сейчас сверкнуло. Вот только дошел. Видите? Только дошел до нас. Сейчас опять, друзья, сверкнет молния. Вот она, красота какая. Потолще, что ли, блядь. Вот так вот. Не прошло и полгода. Там вторая сразу лупанет. К чайничку, блядь. Молния, сверкни. Ну тут, ребята, не угадать на тоже. Не так все просто. С Зевсом шутить не надо. Но. Молния метает, когда ему хочется. Так. Природа мне нравится. Я вижу. В объектив. Тут красота такая вообще, как в сказке, как с картины «Три богатыря», примерно, вот как, точно, вот точь-точь, как «Три богатыря» картина. Там вот сидит в конце, как будто бы Баба-Яга с Кощеем, идет царевич искать свою лягушку, не см... вот она попалась все равно, лягушку искать идет. Царевич. Вот он, царевич Алексей. Ну-ка, дай-ка я. Угрохочет. Костерок. Красота. И вот на той вот сосне, ребята, я смотрел. Сейчас я вам засниму. Вот она, макушка вот эта. Тут вот сидит на ней соловей-разбойник, черт возьми. Вот тут вот он сидит. Вот такой вот лес сказочный ночной. Ну ладненько, друзья, до новых встреч. Леха, передай привет-то. Кому привет? Привет. Не передай привет, кому ты хочешь передать привет? Тебя услышит весь мир. Давай, говори, кому ты передаешь привет. Никому не хочу. Ну, Иванычу, ты не хочешь передать привет? Ну, если только батьке родному с мамкой. Мамке. Больше никому. Брательнику. Мелкому брательнику. С крупному брательнику. Каким брательникам ты хочешь передать привет? Всем мамке и папке. Так и скажи, хочу передать всем родственникам своим привет. Давай, говори. Привет, друзья, до новых встреч.